Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обвиняется в том, что стоял во главе коррупционных схем нефтегазовой госкомпании «Петробрас». Об этом заявил в среду федеральный прокурор Делтон Деланьол. Сегодня федеральная прокуратура обвиняет господина Луиса Инасио Лулу да Силву в командовании обширной коррупционной схемы, проходящей по делу «Лава Джато». Против 70-летнего Лулы да Силвы, занимавшего должность главы государства с 2003 по 2011 год, уже выдвинуто несколько обвинений, в частности, о владении роскошной недвижимостью, не указанной в налоговой декларации, и о создании препятствий антикоррупционному расследованию. Громкое дело касательно коррупционного скандала в «Петробрас» расследуется уже более 2 лет. Речь идет о пропаже из бюджета компании нескольких миллиардов долларов. В деле фигурирует более 60 политиков. Сам Лула да Силва, несмотря на массовые протесты граждан, требующих его заключения под стражу, в данный момент рассматривает возможность баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Его адвокат утверждает, что все обвинения против него сфабрикованы как раз, чтобы не допустить его на выборы.